Студентка Муравленковского многопрофильного колледжа Александра Самарай стала призером всероссийского конкурса оценки уровня экологической грамотности «Зеленый зачет». Всего на тестирование зарегистрировалось более 63 тысяч участников со всей страны. По его итогам определили 35 победителей, которым удалось набрать максимальное количество баллов. Призерами конкурса стали 616 участников, в том числе 6 ямальцев. Среди них студентка Муравленковского колледжа Александра Самарай. Сам конкурс мне предложил преподаватель колледжа Пусакова Оксана Сагидовна. Подготовка заключалась в том, что я изучала определенные материалы по экологии, получается, по географии, биологии и химии, разные интересные факты про сам север, про экологию, то есть какие компоненты загрязняют природу, какие очищают. Конкурс проходил в тестовом формате онлайн. В конкурсе, который проходил в формате онлайн-тестирования, участникам нужно было ответить на 26 непростых вопросов по профилю экология. Тесты из области химии, географии и биологии позволили оценить уровень экологической грамотности. Мы с ней поучаствовали в конкурсе «Зеленый зачет». Он позволяет, дает возможность ребятам получить баллы и дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Так как Александра планирует дальше обучаться в ВУЗе, ей это поможет. Александра Самарай с детства интересуется биологией, и это не первая ее победа в конкурсе такого высокого уровня. В феврале прошлого года ее проект «Будущее человечества находится в наших руках» занял 3-е место на международном молодежном форуме «Мир-2100. Глобальные тренды и будущее глазами молодых». Еще с детства я увлекалась интересными фактами о нашем мире, окружающей среде, то есть о потеплении тоже. Биологию углубленно немного изучала, именно про животных, про окружающий мир, про климат и загрязнение. По словам преподавателей, студентка показывает хорошие знания не только в области биологии. Девушка интересуется экономикой и имеет награду межрегионального фестиваля студенческих бизнес-идей «Золотой саквояж». Александра Самарай учится у нас сейчас на 4-м курсе, ответственная студентка. Участвовала она у нас и в WorldSkills, в компетенции предпринимательства. Также участвовала в конкурсе, представляла свой проект в городе Тюмень. «Золотой саквояж», тоже стала призером на данном конкурсе и была занесена в общероссийский реестр «Талантливая молодежь России». Татьяна Максимова, Нина Копа, Сергей Лукович. Новости Муравленко.